То, на что мы до недавнего времени смотрели с завистью, вызывает в лучших случаях сострадание, в худших – злорадство. Это я о автомобилях, естественно, купленных в кредит. То, что вызывало и вызывает уважение – это предмет, скажем так, активного моторизированного отдыха. И тут надо понимать, мы предупреждали, как и какие машины, а главное, кому лучше покупать, чтобы не залезть в полную кредитную катку. Ну да, у вас своя голова, и вам кто-то что-то лепит с экрана. Ну, приятного аппетита. И искаки науку не сделаешь. Никакими приправами. Вот это вещи, которые даже если вы и купите в кредит, ни приступа зависти, ни пофигизма не вызовут. На этих агрегатах вам выдается ведро адреналина, положительные эмоции той же емкости. И в принципе я не встречал ни одного гаишного снегохода. Но как вы поняли, о чем я. Теперь где и как рассекать? Ну, горнолыжки — это естественно. Но и про лед забывать не стоит. На льду, даже если 10-сантиметровый снег, он позволит чудеса творить и носиться с дивной скоростью. В общем, Yamaha Center — как раз то самое место, где есть самурайский дух. Вдуты и через турбины в том числе. А опробованы, естественно, на снежных вершинах Японии. К сожалению, русский человек уже генетически запуган. Срочно в Штаты на лечение. Поверьте, там к правительству относятся так же, как к правительству относятся к населению. Там, купив автомонстра Тигуна с двигателем 5 либо 6 литров и прицепив к нему трейлер, люди катаются и в Канаду, и на Аляску. Ну, купите себе пикап и растаможьте, в конце концов, как грузовик. Купите грузовик, наконец, нормальный, а растаможка — это 40% по стоимости, а не от объема. То есть у нас есть турбазы и на Урале не хуже, а снега в Екатеринбурге уже по колено. Япона-кочерыга. Росинол, Нордика, Спайтеры, Боско, Дичельери реально курит и не стоит рядом с моторизированной одеждой. В мотоботах можно спокойно и на сноуборде рассекать, и на снегоходе можно всю компанию по номерам расставить, а уже потом и волка гнать. По-моему, это не запрещено. В общем, если у вас мозги свежие и нервы крепкие, и если вы себя быдлом не считаете, и если вам не противен магнитогорец, студенистый, очковатый, то вы можете спокойным образом организовать свою жизнь. А не прокакать ее, а прожить достойным образом. И запалить, и спалить ваши серые будни. И в этом вам поможет экипировка и мототехника от фирмы Yamaha.